гибрид Sapphire Wood, брусок для изготовления рукоятки ножа. Многие спрашивают, насколько он прочный, нет ли отслоения стабилизированной древесины от самого полимера, не будет ли трещин сколов после падения. Давайте проведем небольшой тест. Деревянная поверхность стола. Сам брусок. Как видно, ни сколов, ни трещин, ни отслоения нет. Вот какие следы остаются после удара об стол. Я думаю, удары довольно-таки существенные, если остаются такие вмятины. Вот такой вот небольшой краш-тест для брусочка.